прилетело по эпицентру в Харькове. Россияне. Это мой район в пешей доступности от меня, этот эпицентр. И все для своей квартиры я там покупал. Выходной день. Тот момент, когда там наиболее массовое скопление людей. Вы по-прежнему хотите с этими выродками примиряться? То есть они не могут ничего сделать с армией, они не могут там этими кабами попасть по нашим блиндажам, попасть по нашим, они просто сносят торговые центры строительные, когда у них наибольшее количество людей собирается. Я надеюсь, я представляю, сколько там людей погибло, ранено. Я надеюсь, хотя бы в США это покажут, да, там в Европе это увидят. И наконец-то снимут эти запреты, блин, по поводу того, что мы не можем бить западным вооружением по России. Пока эти F-16, в мае обещали, теперь уже непонятно. Пока они придут сюда F-16, с этими кабами, я предыдущее видео делал о том, что ну, с этими кабами ничего невозможно сделать, пока здесь не будет F-16. Харьковчане, ну вы, пожалуйста, там, ну видите, что у вас за сосед. Ну, у нас, блин. Я тоже считал их нормальными людьми до 2013 года. Ну, вы видите, что они, ну, для них... Они целенаправленно стреляют там, где наибольшее количество скопления людей. По Барабашово, по эпицентрам, по торговым центрам. Мы их, конечно, всех перебьем, но постарайтесь сохранить свои жизни. Не скапливайтесь большим количеством. Сейчас на поле боя мы стараемся распределяться там по норам, по всяким... СПшкам, по всяким, блин, опорникам, понимаешь, чтобы мало было народу в одном месте, чтобы не было, как только где-то собирается много людей, туда начинают эти утырки, блин, работать. И, конечно, им легче убить гражданских, чем военных. Мы защищены, мы как бы уже с опытом. Я представляю, там и дети же наверняка были в такое время. Этого государства не будет. Я надеюсь, я доживу до того момента, и меня не завалят до конца этой войны. Но, блин, этого государства не будет. И оно не должно существовать. Это просто плесень, отрава вырожденцев, господи. Все буду в Украине, я сочувствую. Я туда пешком ходил, господи. Я представляю, он огромный. Я представляю, сколько там народу полягло. Все буду Украина. Рашку разобьем.